Всем привет! Героиня сегодняшнего моего видео. Вот такая чудесная зверюшка. Наверное, дикий зверь, да? Да. Это куница? Нет, это хорек. Хорек? А у нее ушки такие, они должны быть такими? Да, настоящая ее. Угу. Она кусается? Нет. А вы ее каждый день выгуливаете? Нет, это первый раз. Вы узнали, что их можно выгуливать? Угу. А она с запахом хорек? Угу. Вот она, это девочка? Нет, мальчик. Мальчик? Давно он у вас живет? 7 месяцев. О, он норку делает, да? Угу. То есть он хорек может убежать от вас, если его отпустить? Да, ну да. Или он все-таки он вас знает, что вы хозяйка? Как-то проявляет какие-то там знаки внимания к вам, ждет, скучает? Да нет, вроде. Просто живет своей жизнью, да? А у нее большая клетка? Да, достаточно. Вот у нас морские свинки. У нас 70 на 60, а у вас какая? Ну, я не знаю. И она какие... Он, как его зовут? Кай. Кай издает какие-то звуки? Да. Какие? Укукает. Уку, уку, ур, 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 ур. А еще с вами живут какие-то домашние животные? Да. Какие? Большие собаки, кошка, черепаха. И как они относятся к вашему Каю? Или хорошо. Он к ним? Хорошо. Он их воспринимает за как бы друзей? Ну, не совсем, да. Ну, в общем, это дикое животное, а вы на руки его берете, да? Угу. Свободно он дома не передвигается? Передвигается. Передвигается. Угу. То есть это животное, которое... А вы ее купили в зоомагазине или... Нет, у разводчика. Вы хотите разводить их? Нет. Вот в воскресенье его кастрировали. А почему вы именно решили хорька? Ну, ну вот как? Они милые. Милые? Да. А как он показывает, что он милый? Он вам, не знаю, как вот кот. Сами по себе милые. Просто смотреть, наблюдать вам нравится, да? Да, да. А... еще и может глаза облизывать просто так. Он просто подходит и... Подходит и облизывает, да, глаза? То есть забирается на диван, да? Да, да. А вот у вас в семье он выбирает, кого, у кого он полюбил? Выбрал уже? Наверное, меня. Да? Да, а всех я за ним больше ухожу. И поэтому, ну, я вот спрашивала вначале, как-то он показывает, что он привязан. А что он кушает? Мясо? Мясо, ну, я ему даю сухой корм, почему-то перестал мясо есть. Сухой корм, мне кажется, надо быть осторожным. А корм да нет, сухой? Премиум класса. Именно для хорьков? Нет. Для грызунов? А, для кошек? Знаете почему? Потому что, мне кажется, кошки болеют мочекаменной болезнью. А да тем нет, там премиум класс, этот роял канин уже вроде нормальный. Понятно. Какой, правда, да, интересно. А как его, если позвать, он к вам не подойдет? Ну, дома подходит, сейчас он... Сейчас он просто очень рад, доволен. А первый раз вы вынесли, он как себя вел? Снег, он маленький еще? Да, ему сейчас будет 7 месяцев. То есть он первый раз видит снег. Сейчас я так. Вот такое. Он его. Ну, наверное, холодно стало. Да, наверное. Наверное, ко мне ползет. Так, ну, подожди. Точно не укусит? Нет, не укусит. Кай, 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 Кай. Спасибо.